Один из цветов российского триколора символизирует силу нашего народа, как духовную, так и физическую. Особое место физкультура занимает в профессиональной деятельности полицейских. Сегодня анапские правоохранители сменили служебную форму на спортивную и отправились на сдачу норм ГТО. Спасибо руководителям, которые организовали приход всех своих сотрудников. Ребята, девушки очень хорошо подготовлены, даже некоторые отлично подходят, сдают, пробуют. Респект. Спортивный праздник, посвященный Дню российского флага, организовали на территории школы номер 6. Тестирование включило в себя упражнения на силу, гибкость и выносливость. Всего свои силы испытали более 200 представителей полиции из различных подразделений. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа регион.